вперед идти. Да.
такие моменты особенно остро понимаешь. Я счетовод в банке. Считаю численность персонала. По сути, нормировщик, если второй терминал есть. А вы кем были в прошлой жизни? И давно вы здесь? А почему? Не, на самом деле мне нравится эта штука, но просто я отдыхать не умею. Даже когда работал? Это же все деньги, как их заработать на путешествие, на все. Ценник выше? Сейчас не знаю. Олимпиаду? Здесь, в Грузии, мы приехали вот с этим грузином, с Шаллой. Он нас, он здесь живет, он раньше в России жил. И, ну, просто здесь. С русским югом, в Сочах, это... Здесь вот как-то по-другому все ощущается. Намного по-другому, то есть там все вот это... Заточено на... или в Крым там съездить до того, как он стал нашим. Ну вот сейчас. Даже в 2008 году в Сочах уже было как-то не очень. Когда вот тебя возят на автобусе, можно сказать, ставят, ты там что-то покупаешь, бегаешь там, где...